Добрый вечер, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Мы вас приветствуем в стенах не только нашей штаб-квартиры, но и штаба, который организовал всю выборную кампанию. Мы к выборам относимся исключительно серьезно, поэтому партия подготовила содержательную программу «10 шагов достойной жизни», которая была представлена всему обществу, и в течение полугода мы ее представили всем избирателям, которые расположены в Российской Федерации. Под эту программу подготовлены все основные проекты законов, будь то формирование качественного бюджета, бюджетов 25 триллионов, а не 13,5, как нынешний бюджет. И на ближайшие 3 года «Единая Россия» внесла проект бюджета, мы его обсуждали в Думе, тоже на уровне 13,5. То есть никакого шага вперед, никакого развития партия власти стране на выборах не предложила. Более того, мы сформировали довольно сильную команду, которая выступила во всех округах и на всех уровнях законодательных собраний. И одновременно выдвинули своих кандидатов в губернаторы практически повсеместно. Предложили партии власти провести полноценные дебаты. Более того, мы считаем выборы состоявшимися и эффективными, если есть реальная программа, которая предлагает обществу качественное развитие, если есть сильная команда, способная провести дебаты, если есть честный подсчет голосов. К сожалению, еще раз подчеркиваю, к сожалению, партия власти упивается своими возможностями, и тем не менее она не села на полноценные дебаты практически с нашей командой. Она, видимо, боится открытых дебатов. То, что представляла партия власти в качестве губернаторов, которых поддерживал президент, и они вообще его сумели сагитировать, посетить почти все эти регионы, используя авторитет президента, это не украшает партию власти. Это, наоборот, унижает граждан, которые понимают, что в эфире они видят президента и его кандидаты, ни одного кандидата от других партий в ходе так называемых дебатов по центральному телевидению мы не видели. Это абсолютно ненормальная картина, которая должна быть принципиально изменена. Что касается самих правил проведения выборов, наша команда под руководством Мельникова подготовила 10 поправок в закон. Мы вносили их, мы полагали, что «Единая Россия» пойдет навстречу, и если у них руководитель избирательной комиссии, то 3 других будет предоставлено право заместителя этого руководителя, право назначить партиям, которые представлены в парламенте. На это предложение партия власти не пошла. Мы предложили, чтобы в ходе подсчета голосов каждый бюллетень оглашался, и наблюдатели от всех партий, журналисты, имели возможность по подведению итогов получить копию протоколов. На это тоже партия власти не пошла. Сейчас мы подвели предварительные итоги. Считаем, что мы серьезно укрепили свои позиции на Дальнем Востоке, в Дальневосточном регионе. Сейчас мои товарищи вам представят. Укрепили позиции в Сибири. Сейчас идет подсчет в Уральском, Поволжском регионе. Но в целом наша команда отработала честно, достойно. И считаем, что если бы выборы проходили в удобное для избирателя время, а партия власти не захотела категорически проводить выборы, полноценные выборы в нормальное время, это или конец октября, или март месяц, президентские, пожалуйста, в марте и сроки перенесли на 18-е. Мы, к слову сказать, не возражали и поддерживали такого рода перенос. Но они не хотят проводить выборы в удобное время. В результате 3/4 избирателей в крупных городах проигнорировали эти выборы. Они остались работать на даче, некоторые вынуждены готовиться к зиме, им некогда участвовать в такого рода выборах. А в очень многих местах проводили праздники, танцульки и многое остальное, вместо того, чтобы организовывать полноценные выборы. Выборы – это мирный демократичный способ исправить крайне сложное положение. Страна продолжает проседать в кризис.
Ее обложили невиданными санкциями. Тот новый закон, который приняли американцы, по сути дела, бросил нам вызов. Нам объявлена геополитическая война на уничтожение. На уничтожение, в том числе, и нашего сырьевого сектора. А в обрабатывающей промышленности у нас по-прежнему все проседает и проваливается. Поэтому мы считаем, что время, связанное с выборами, партия власти потрачена зря. И какие бы победные литавры они ни били, если Цыденов получает в Бурятии 88%, человека, которого привезли, который в республике не работал. Если в этой республике убрали Мархаева, народного героя, сенатора, депутата, человека с огромным авторитетом только для того, чтобы господин Цыденов получил 88%, то это не выборы, а откровенный зоопарк, который больно ударит и по гражданам Бурятии, и в целом по всем нам. Мы настаиваем на восстановлении нормальных демократических выборов. И в этом отношении будем плотно работать. Что касается нарушений, нарушений по-прежнему немало. Пожалуйста, я бы предложил Арефьеву, который обобщал сегодня наш депутат и руководитель. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Эти выборы, конечно, не были общероссийскими, они проводились всего в 30 регионах, однако они высветили всю гнусность избирательной кампании, потому что нарушения были практически во всех регионах нашей страны, и весь спектр наши наблюдатели выявили благодаря своей плодотворной работе. Надо сказать, что есть и особенности этой избирательной кампании, потому что в этот раз фальсификацией выборов и вообще незаконными действиями занималась не только партия власти, но и ЛДПР, которая занималась подвозом избирателей. Партия «Родина», которая занималась скупкой голосов, это, так сказать, особенность этой избирательной кампании. Отличилась Москва, где за нарушение избирательного законодательства был снят глава окружной в Новопеределковском округе, его первый заместитель, а также заменены практически все председатели участковых избирательных комиссий. Надо сказать, что все нарушения, ну, в общем-то, нам были известны, и, казалось бы, надо было их остерегаться, но, тем не менее, они, наоборот, получили, ну, самое популярное применение вот именно на этих выборах. Надо сказать, что, допустим, поддельные бюллетени были замечены сразу в 7 регионах, и сброс поддельных бюллетеней и бюллетеней без печати наши наблюдатели обнаружили и в Тверской области, и во Владивостоке, и в Ленинградской области, и в ряде других. Подкуп избирателей также был обнаружен нашими наблюдателями в Ленинградской области, в Тверской области, да и в ряде других областях. Было замечено принуждение избирателей к голосованию, хотя это категорически запрещено законом. Сброс бюллетеней, как фальшивых, так и настоящих, был обнаружен нашими наблюдателями в 8 регионах страны. Кроме того, занимались подвозом избирателей, но это вот было отмечено в Саратовской области, в Мордовской республике, в Красноярском крае, в Татарстане. И география довольно обширна, ну, практически там, где были выборы, везде занимались подтасовкой фактов. Есть и прямая фальсификация, когда люди приходили на избирательный участок, чтобы проголосовать, а оказывается, они уже проголосовали. Это, так сказать, уже фальсификация на глазах у избирателей. Но это только те факты, которые заметили наши наблюдатели. А сколько их незамеченных? Практически, если подводить итог, то говорить о том, что выборы были легитимными, нормальными, без нарушений, нет никаких оснований, потому что нарушения были выявлены практически во всех регионах, где были выборы. Спасибо. Иван Иванович Мельник у нас возглавляет штаб по избирательным кампаниям, имеет огромный опыт в этом плане. Он сейчас представит результаты, текущие результаты. Пожалуйста. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, к тем выводам, которые привел Геннадий Андреевич в своем вступительном слове, я бы хотел добавить еще несколько.
Ну, первое, мне кажется, все-таки центральный вывод и оценка тех данных, которые приходят с востока страны, подтверждает, что мы не только сохранили, но и укрепили статус главной оппозиционной силы альтернативы власти. И есть все основания считать, что и цифры, которые мы будем получать из центральной России, подтвердят и закрепят эти тенденции. В целом мы удовлетворены не самими выборами и не ходом избирательной кампании, а теми результатами, которые мы сейчас имеем и получаем. Есть очень яркие победы, я приведу некоторые из них, и есть очень хорошие результаты. Да, собственно говоря, почти повсеместно те результаты, которые мы получаем с востока страны, они для нас весьма позитивные. Ну, например, я приведу пример яркой победы Светланы Ивановой на Сахалине по одномандатному округу. Против нее шел кандидат, который истратил фантастические деньги, и эти средства не помогли ему победить нашего кандидата, который, конечно, не имел таких финансовых возможностей, которые имел ее оппонент. В Новосибирске на довыборах в областное законодательное собрание победил наш кандидат Сергей Клестов. Он набрал 48% голосов, тоже в ситуации, когда его оппонент, представитель «Единой России», потратил огромные средства, которые зафиксированы в его избирательном счете. И вел предельно грязную кампанию. Просто отвратительно. У нас много побед по одномандатным округам во Владивостоке. По крайней мере, уже сейчас понятно, что мы выиграли 4 округа. Мы выиграли 4 округа в Бийске, выиграли 4 округа в Рубцовске. В Омске я приведу цифры, которые, наверное, близки к окончательным. «Единая Россия» набрала 38% по партийным спискам, КПРФ набрала 27,5%, «Справедливая Россия» 11%, ЛДПР 10%. Я, кстати, должен обратить внимание, еще один нюанс, что в ряде регионов партии обманки, фальшивые так называемые партии, которые действительно на самом деле паразитируют только на своих названиях и больше ни на чем. Мы не боимся конкуренции. Я хочу еще раз подчеркнуть. Честной, нормальной конкуренции мы не боимся. Но мы против обмана избирателей. Так вот, эти партии, скажем, коммунисты России в Омске набрали 6,5% голосов избирателей. Главным образом потому, насколько я понимаю, они первые были в избирательном бюллетене. Если посмотреть Сахалин, то в совокупности коммунисты России и так называемая партия КПСС, коммунистическая партия социальной справедливости, набрали 8% голосов избирателей. Если добавить еще там больше 1%, которые набрали патриоты России, вы понимаете, какой, в общем, огромный массив избирателей ушел. В Бийске по партийным спискам «Единая Россия» набрала 36% голосов, КПРФ 35% голосов. В Рубцовске «Единая Россия» набрала около 32%, мы около 31% голосов по партийным спискам. Можно эти примеры, я думаю, что можно продолжать, и их будет больше к завтрашнему утру, когда пойдут результаты с центральной России. Конечно, более точно мы сможем давать оценки, когда получим всю картину. Я сразу хочу анонсировать, что завтра в 13:30 в Государственной Думе в помещении фракции КПРФ на 9-м этаже будет проведен брифинг, где мы уже подведем более-менее окончательные итоги прошедшей выборной кампании. Может быть, я еще на один бы момент обратил внимание. Мне кажется, Геннадий Андреевич сказал о тех изменениях законодательства, которые мы предлагали внести в течение года, которые, к сожалению, были отметены. Но я думаю, есть все-таки два изменения, которые настолько кричащие, что я выскажу все-таки даже такое предположение, что есть возможность по ним принять позитивное решение.
Это первая отмена муниципального фильтра. Мне кажется, уже этот рудимент, ну, более-менее понятен всем. Это абсолютно ненормальная ситуация, когда парламентская партия, представленная в Государственной Думе, может выдвинуть кандидата в президенты, и никаких ограничений для этого нет, и не может выдвинуть кандидата в губернатора. Здесь возникают различного рода ограничения. Ну и второе, это единый день голосования. Мы считаем, что его нужно перенести, с нашей точки зрения, наверное, наиболее предпочтительный месяц проведения – это март месяц. Эти выборы и та явка, в общем, ну, безобразно низкая, которая была на этих выборах, это уже совершенно очевидно, говорит о том, что одна из причин, безусловно, тут комплекс причин, почему такая низкая явка, но все-таки одна из причин – это проведение выборов в сентябре месяце, когда у огромного числа наших граждан много других забот. Вот, собственно говоря, те данные, которые я хотел... Спасибо, Иван Иванович. Новиков Дмитрий Юрьевич, информационно-пропагандистской работой занимался в рамках пропагандистской кампании. Пожалуйста. Среди, уважаемые коллеги, тех общих выводов, которые мы могли, можем и должны сделать по итогам этих выборов, состоит в том, что все попытки спрогнозировать ухудшение позиции КПРФ по итогам этих выборов провалились. Компартия действительно уверенно занимает второе место. И те цифры, которые только что озвучили Геннадий Андреевич Иван Иванович, подчеркивают, что мы по целому ряду позиций улучшили свои результаты и на Дальнем Востоке, и в Сибири. В чем причина такого результата Компартии Российской Федерации? На этих выборах, по большому счету, конкурировали две основных силы. Это сила административного ресурса и сила содержательных предложений. Компартия давно выработала свою программу действий, она была тщательным образом выверена на Орловском экономическом форуме, получила наименование «10 шагов к достойной жизни», и начиная от этой программы, которую мы пропагандировали с самого старта избирательной кампании, и заканчивая обращением лидера партии к избирателям под названием «Время голосует за социализм», наши товарищи везде на местах провели исключительно содержательную избирательную кампанию. Поэтому мы в этом отношении довольны своими результатами и действительно считаем, что те цифры, те итоги, которые мы получим по центральной части России, не ухудшат картину для Коммунистической партии Российской Федерации. Еще один момент, на который хочется обратить внимание, это то, что везде, где выборы по партийным спискам проходили, почти везде, «Единая Россия» не дотягивает до 50% голосов по итогам, по результатам голосования. Это можно говорить о Владивостоке, далеко до половины голосов Южно-Сахалинские, Горно-Алтайские, Абийские, Рубцовские, Завитинские Амурской области и других местах. В Омске, да, это существенно ниже половины. Поэтому вот боязнь такой конкуренции по партийным спискам и заставила партию власти, в том числе на федеральном уровне, уйти от выборов исключительно по спискам партии и все более активно внедрять выборы по одномандатным и многомандатным избирательным округам. И наши итоги показывают, что действительно административный ресурс, который работает на выборах в одномандатных округах, он и позволяет «Единой России» еще сохранять свое монопольное положение в законодательных органах. Мы, естественно, за то, чтобы конкуренция была честной и справедливой, и те нарушения, которые были зафиксированы на этих выборах, наши юридические службы по всем этим позициям готовят сейчас иски и будут добиваться соответствующих решений на уровне избирательных комиссий, а там, где потребуется, и в судах. Абухов Сергей Павлович занимался информационно-аналитической работой, хорошо знает весь выборный процесс. Пожалуйста, Сергей Павлович. Мы ставили на этих выборах задачу сохранения статуса второй политической силы и расширения ареалов побед над «Единой Россией». По Дальнему Востоку можно сказать, что в основном эта задача решена.
и мы рассматривали эти выборы, или, собственно говоря, даже не только мы рассматривали, основные политические силы, представляли их как некий, ну, праймери, смотр перед президентской кампанией, потому что мы видим, что господин Путин практически поддержал и лично вписался в избирательную кампанию всех губернаторов. Могу сказать, что наши кандидаты, ну, Путин лично участвовал, а у нас представители меньшие братья Геннадия Андреевича, так бы я сказал. И если сравнивать конкуренцию с господином Жириновским, да, который лично, то наши товарищи смело надрали рожу господину Жириновскому, по крайней мере, на Дальнем Востоке, где он лично возглавлял списки. Поэтому все его разговоры о том, что он партия номер два, о том, что он скоро объединит под своим крылом все остальные партии, он может выступать с этой клоунадой дальше где угодно. Партия содержательно провела кампанию. Партия представила свое видение будущего, и чтобы нам не говорили, мы были единственные, кто об этом говорил и предлагал. А выборы превращать в клоунаду, ну, я думаю, это не в интересах стратегических ни партии власти, ни всего населения. Поэтому мы остаемся тем островком разума, стабильности и скажем так, перспективы для российских граждан, созидательной перспективы. И эти выборы подтвердили эти наши качественные намерения и оценки. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. В Москве особенно грязные выборы были, и, возможно, в партии будет обсуждаться вопрос, чтобы не признавать эти выборы в Москве. Еще раз хочу подтвердить нашу позицию. Мы за честные демократичные выборы, мы за содержательную программу и сильную команду. Мы за то, чтобы страна из тяжелого системного кризиса и тупика вышла достойно, сплотившись вокруг созидания, а не скандалов и разрушения. К сожалению, партия власти пока не откликнулась на наши предложения нигде. Я считаю, что это абсолютно ненормально. Сам факт того, что страну приперли к стенке, факт того, что нам объявили войну, факт того, что все информационные каналы по 50-100 раз рассматривали обстановку на Украине, в Сирии с Трампом, но ни разу подробно не обсудили предвыборную программу и ключевые проблемы, которые волнуют граждан, а их волнует прежде всего снижение доходов. 4/5 граждан 30 годов подряд теряют свои доходы. У нас положение просто кричащее. Раскол в обществе стал ужасающим. Если взять износ производственных фондов, даже непосредственно в нефтегазовой промышленности, он превысил 55%. Демография резко ухудшилась. За полгода на 120 тысяч вымерло больше, чем родилось. И ситуация усугубляется. И обязаны все это были от Москвы до дальних до Украин внимательно осмыслить и в ходе выборной кампании обсудить. Не показали примера ни в Москве, ни на Дальнем Востоке, ни в Калининграде, ни на губернаторских выборах, где Путин выдвинул немало молодых, казалось бы, перспективных людей, но не уклонились от серьезных дебатов и обсуждения проблем. Что касается и насчет признания и непризнания, надо вначале подвести итоги выборов, как следует посчитать. В Москве явка, на мой взгляд, 12%. Минимальные 12-15, по кругам смотрели 17, за 20, по-моему, там в одном или двух местах. Или двух местах. Но вы понимаете, это ненормально. Это ненормально. Нас пытаются убедить, что вот цивилизованные выборы, это когда приходит немного, но и дружно голосуют, но и немного, когда посмотрели Переделкина, оказывается, стали раздавать деньги. Ну, засняли это на камеру и показали в Ютубе. После этого Собянин резко отреагировал. Он снял руководство, и 36 руководителей, которые возглавляли избирательные комиссии, были освобождены немедленно. 16 или 17 человек наших поставили. Сейчас сидят, считают, смотрят и думают. Но мы подведем итоги сегодня ночью и завтра утром обнародуем. Нас крайне беспокоит, что Мордовия как была зоной криминала и грязных выборов, так и осталась. Нас несколько тревожит ситуация в Краснодарском крае.
где обстановка стала хуже, чем она была раньше. Этот край достоин более честных и перспективных выборов. У нас есть ряд замечаний и по Саратовской области, по ряду других. Но выводы будем делать тогда, когда подведем итоги. Мы все запротоколируем. По итогам прошлых выборов ввели 22 уголовных дела. Многие дела показали, что наша позиция принципиальная, верная. И дальше будем продолжать бороться. Мне казалось, партия власти продемонстрирует свое мужество в Бурятии. Но не испугались, что мы выиграли выборы в Иркутске и показываем сейчас довольно уверенную работу, что выиграли выборы в Новосибирске, третьем по величине городе, и город стал первенцем, который освоил более квадратного метра в год жилья на человека и демонстрирует прекрасную работу науки и сцепку нашей партии с крупнейшими промышленными предприятиями, которые получили поддержку. Но вот они, видимо, испугались, что Бурятия присоединится, потому что у Мархаева по предварительным замерам результат был гораздо лучше, чем у Цеденова. Но выдавили, у нас там много депутатов, но Цеденов взял, зачистил 9 районов чистую. Они заблаговременно там всех заставили подписать ему, и в результате по порогу этому у нас не осталось районов, где можно. Но за нас подписали и в тех районах. Но суд один, второй, включая Верховный, сказал, вас опередил господин Цеденов на 2-3 дня. А он всех подряд там заставил подписаться. Я не знаю, как он теперь будет работать, губернатор. Но стодобушка совершенно недостойна руководителя, который претендует на возглавлять такую интересную республику. Мы подведем итоги завтра предварительные, а после того, как вернутся наши все депутаты, все руководители служб сейчас находятся на местах. Соловьев в Нижнем Новгороде, в Великом Новгороде работает. Ну, в общем, на местах приедут, на президиум подведем итоги, и тогда скажем, где признаем, где нет. Но еще раз хочу сказать, демократичных, честных, открытых, настоящих выборов, которые надо проводить особенно в условиях кризиса, что позволило бы стране представить новую плеяду кадров и новой программы. В стране пока нет. И жаль, что это происходит на фоне предстоящих президентских выборов. Вы сказали про изменение законодательства, да? И два предложения упомянули, у которых, на ваш взгляд, есть позитивные перспективы. Перспективы, да. Снятие, отмена муниципального фильтра, изменение дня голосования. Вот теперь вы будете снова эти предложения вносить как-то в виде законопроекта? Безусловно. Безусловно, по итогам выборной кампании мы не только будем эти предложения вносить. Многие из того, что мы вносили раньше, мы от них не отказываемся. И мы будем их тоже вносить. Но просто я считаю, что у этих двух предложений, я на них акцентировал внимание, есть перспективы принятия. Ну просто есть анализ некой общественной атмосферы, от которой уйти невозможно, от этой общественной атмосферы. И я думаю, что все-таки вынуждены будут по этим предложениям принять позитивные решения. А по другим будем бороться дальше. Можно я дополню? Да, пожалуйста. Снова вносить в Госдуму? Да, конечно, конечно. Это произойдет, это уже Ну, знаете, обычно есть такой процесс, и мы в нем участвуем. По итогам выборов, я не знаю, на какой площадке, скорее всего, на площадке Центральной избирательной комиссии собираются представители основных партий. Уже даже вот Сергей Павлович, это объявлено. Подводит итоги, в том числе, какие есть предложения по изменению законодательства. Вот. И мы эти изменения предложим. У меня есть надежда, что многие их поддержат. И если это произойдет таким образом, может быть, будет совместное какое-то внесение. Нам, в конце концов, важно, чтобы эти решения были приняты. И если представители разных депутатских объединений предложат внести эти изменения, мы лишь бы было принято. Я дополню, можно? Да, конечно. Вот сейчас ситуация по Новопеределкино показала актуальность предложения нашего о том, что необходимо распределять руководящие места в избирательных комиссиях между представителями разных партий. Да. Вот сейчас 16 представителей КПРФ экстренно назначены в Новопеределкино председателями избирательных комиссий. Но почему это нужно было делать в ночь, после того, как проворовались или зафиксировано
скажем так, коррупция у представителей «Единой России» повсеместно новопеределки. Это ж массово, это ж тотально. Я не думаю, что это единичный случай. Так вот, получилось так, что ночью де-факто наше предложение было принято и осуществлено. И распределены председательские места в избирательных комиссиях между другими парламентскими партиями. Да, мы не отказались принять 16 мест для того, чтобы наводить порядок и соблюсти закон в этом районе. Это хорошо, чтобы это было закреплено это на уровне закона. Это тоже одно из наших предложений. Я просто дополнил. Дмитрий Юрьевич, пожалуйста. Мы хотим еще одного сюжета коснуться. Дело в том, что вместе с выборами проходят разного рода референдумы в ряде регионов. И в Ярославской области проходит опрос граждан по поводу возможного переименования города Тутаев. Опрос общественного мнения до дня голосования показывали, что больше 70% жителей этого города выступают против данного решения. Вот причем буквально... не наши опросы. Да, конечно. Вот только что перед тем, как мы открыли эту пресс-конференцию, Геннадий Андреевич разговаривал с председателем законодательного собрания области, он же лидер местного отделения «Единой России», и обратил внимание на то, что мы будем очень внимательно следить за ситуацией, потому что есть некоторые тревожные сигналы, связанные с тем, что ну, могут быть разные ситуации при подведении подсчета итогов этого опроса. Получили заверение в том, что опрос будет проводиться честно. Надеемся, что так и действительно сложится. В ходе подготовки к выборам была встреча в администрации президента, где мы изложили свой взгляд на выборную кампанию и сформулировали свои предложения. Три фракции, кроме «Единой России», подписали официальное обращение к президенту с тем, чтобы снять порог, который установлен для того, чтобы идти на губернаторские выборы. Это предложение рассмотрено, и у меня есть ощущение, что оно будет принято, потому что это абсолютно ненормально. Губернаторские выборы проводятся по порогу, который не позволяет ведущим партиям выдвинуть своих кандидатов и заставляет администрации халтурить и жульничать, как это произошло в Бурятии. Мы считаем это абсолютно ненормально. По срокам проведения, 5 лет подряд проводится в начале сентября. Ну, у партии власти есть правительство, есть главы, есть губернаторы, есть судьи, есть прокуроры, есть все на административном уровне, есть все свои кадры. А у нас мы вынуждены 5 лет подряд, никто летом не может идти в отпуск. Это тоже ненормально. Мы считаем, что надо в срочном порядке менять эту формулу. А с другой стороны, абсолютно неудобный избиратель. Наши избиратели сегодня звонил на Алтае, говорит, хорошая погода, с удовольствием мы приняли участие, но вынуждены идти картошку копать, огород убирать. Там орехи подошли в тайге и прочее. Нам, говорит, нечего есть. Если мы сейчас не уберем, поэтому вместо идти на выборы, многие поехали готовить свои заготовки. Но надо уважать избирателей. Если вы говорите о том, что следует участвовать в этом. Горожане в таком же положении, абсолютное большинство. Невозможно в ходе выборной кампании доставить листовку или встретиться с избирателем. Вот Иван Иванович привел пример, у нас Светлана Иванова победила олигарха там местного. Она всего 3 подготовила листовки черно-белого формата. И мое обращение к избирателям. Но она дошла до каждого порога. Говорит, все открыли двери. Все сказали, придем, поддержим, потому что она много лет с ними сотрудничает. Но все просили пересмотреть сроки проведения выборов. Сентябрь для этого абсолютно неудобен всем гражданам страны. Я считаю, что сейчас подведем итоги, снова сформулируем и встретимся на уровне президента и обсудим эту ситуацию. Почему-то президентские выборы даже перенесли на удобные для всех дату возвращения Крыма в родную гавань, 18 марта. Вот давайте на 18 марта проводить, потому что президентские выборы раз в 6 лет проводятся, а такие выборы можно тоже оставить 18 марта и проводить их через год-два. Ну, в общем, так график было, можно составить. Так же и было. Так же было. В советской стране, как правило, в начале марта, в первой половине проводилось. Кстати, явка была великолепная. Да, пожалуйста. Вы много говорили о гонке за губернаторское кресло в Бурятии. Скажите, пожалуйста, в каких регионах в будущем ваши кандидаты могут рассчитывать на аналогичные посты?
Кстати, у нас великолепный кандидат Ефимов Оля в Великом Новгороде. Прекрасный кандидат. Красивая женщина с огромным опытом. Местная, доморощенная. Работала в законодательном собрании у себя. Знает хорошо бюджет. Объехала, обошла вместе с нашими все коллективы. Пустили на все заводы и фабрики. Везде принимали как родную. У нее гораздо больше условий и возможностей для того, чтобы вытаскивать эту уникальную область, которую растоптали предшественники. Ни дорог нет, ни производства не работает, и село загибается. Почему не поддержать талантливую женщину? Вот. А вместо дебатов, там дебатов так и не получилось. Они не хотят встречаться, а административный лом и произвол работает. Работает особенно в сельской местности. Там уже феодализм, ну и бюджетное крепостничество уже никто не отменял. Мне один встретился и говорит: Геннадий Андреевич, были бы выборы в более удобное время, результат был бы в два раза выше. Я говорю: почему? А потому что, говорит, что такое 15%? Партия пригонит своих крепостных бюджетников, своих рабов из социальной сферы, которые привязаны к ним и за похлебку вынуждены работать, и золотопогонников, которые пригонят целым строем. Вот и все. Какие, говорит, выборы? Кто их придумал? Это не выборы, это в высшей степени халтура. Если взять у нас вот Барышникову, прошла на выборы, прекрасно отработала в Томске, вернулся только что Смолин оттуда. В университетах принимают, наука великолепно смотрится, человек очень опытный. Мы выдвинули 4 кандидатуры женские. У нас Алимова Ольга. Сейчас поднимают уже результат выше 20, он идет. Алимова Ольга в Саратове прекрасный работник. Великолепно знает область. Все люди прекрасно знают. Ну вот, опять началась в их канале. Ирина Филатова развивается великолепно, прошла по Пермскому краю. Вообще-то говоря, если бы были нормальные, полноценные выборы, мы бы выиграли не только Новосибирск и Омск. Мы бы сегодня укрепили еще в 3-4 регионах, и партии власти это было, пошло бы на пользу. Была бы нормальная конкуренция, и мы показали, как работают. Наши народные социальные предприятия оказались на сегодня лучшими в стране. Хотя все вокруг них эти хищники ходили 3-4 года, всех руководителей, кто возглавлял и возглавляет, всех судили, всех допрашивали, всех запрещали, всех преследовали. Партия власти не готова к нормальному диалогу в ходе выборной кампании. Я бы очень хотела, чтобы вы перечислили прямо области, где у вас есть хорошие кандидаты. Геннадий Андреевич сказал, мне кажется, совершенно ясно. Одна тема – наличие достойных, готовых, очень сильных кандидатов в губернаторы. У нас во многих областях такие люди есть. И другая тема – возможность победить на губернаторских выборах при нынешней системе выборов. Это скорее, надо честно говорить, скорее это исключение. Даже очень сильные кандидаты при нынешней системе выборов, их организации, при нынешней системе конкуренции победить вряд ли могут. И прямо говорим, даже что пройти фильтр, да, даже пройти фильтр оказалось невозможно. Даже участвовать невозможно. Не то, что, так сказать, победить. И мы прямо честно говорим, что победа Левченко и Локти – это все-таки скорее в этой системе выборов исключение, чем правило. Но это не значит, что у нас нет сильных кандидатов. У нас и на этих выборах были очень сильные кандидаты. Нескольких из них Геннадий Андреевич назвал. Ну вот Севастополь, Кияшко Роман, местный, знает все, с огромным опытом и влиянием. Туда привезли нового. Я близко с ним не знаком. Но мне Севастополь – это то место, которое для меня является священным. У меня там отец сражался, был смертельно ранен, но после 5 операций выжил. Я с детства туда ездил поклониться этому великому городу и тем, кто живет, гражданам. Приехал новый губернатор, мне приезжает, я посылал тут, нам все мои коллеги были, только что оттуда Афонин вернулся, и говорят, никого из местных на работу не берут. А как можно управлять регионом, если вы не опираетесь на лучший местный кадр? Понагнали туда варягов, которые приезжают туда как на шабашку. Ведь наши олигархи ездят в Россию на шабашку качать нефть, газ, лес, золото, алмазы.
детки там, и канарейки там, тещи там, аэродромы там, самолеты там. Они сюда-то ездят, как на шабашку. В этом трагедия вся. Поэтому надо принимать меры. У нас много толковых кадров. И готовы участвовать в этом. Но пока власть не готова к полноценным выборам. На фоне спада производства на 8% ни в одной европейской стране никто бы никогда не набрал больше трети голосов. А у нас они приходят, говорят, мы опять победители, у нас все в порядке, мы все губернаторские места захапали. Ну и что от этого? Что вы слышали новую программу, не слышали? Что вы видели сильные современные кадры, вы их еще не видели? Что они предложили программу развития или Калининградской области, или Пермского края? Вы ее не видели. Я просил, покажите мне, дайте посмотреть. Используют авторитет президента. Кстати, от этого авторитет президента не растет, а падает. Он не может расти на фоне тяжелого кризиса и невиданных санкций, когда экономика буксует и вся обрабатывающая промышленность не справляется. Говорят, все довольны и счастливы. Идите, опросите, и вы увидите. 9 из 10 скажут, что их положение ухудшается. Поэтому наша задача с вами – выборы сделать выборами. Благодарим вас и желаем вам успехов.